выращивают без пестицидов, гербицидов, только по одной причине, потому что это растение не ест никакой вредитель. Раньше бабушки садили его вокруг огорода для того, чтобы вредители не летели к овощам. Соответственно, во всем мире это признанный органический продукт. В нем как на поле не заводится никакой вредитель, так и в подушке никакой клещ, который вызывает аллергию у детей, у новорожденных, у людей на лице, у там, дыхательных органов, никакой клещ здесь не заведется. Поэтому спокойно можно эти подушки брать, стелить, спать на них. И этот чехол легко снимается, стирается.